Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Доброе утро, народ! Мы вас приветствуем опять-таки на азиатских квалификациях. Мы тут все в Доте. Я тут смотрю параллельные трансляции. Там, собственно, сейчас MVP Феникс заканчивает свой матч против команды Midtrust. Это вы можете смотреть на нашем стриме StarLadder 3, где Версута комментирует для вас этот матч. Это все еще матч первого тура. Мы же с вами переходим уже к туру второму. Второй тур из седьми. Сегодня мы здесь для вас постараемся откомментировать сегодняшний. Ну, действительно постараемся. Я не могу обещать. Вот сейчас я еще чувствую себя живым, но я не знаю, как оно будет. Что будет через две игры, да? Да. Вот он, второй тур на ваших экранах. На первом стриме Skies против First Departure. Skies, который... Я только что общался с Ластом, который комментировал в первом туре Skies. Он сказал: Виталий, а зачем эти квалификации? Им надо сразу слот дать и все. Что слишком сильный будет. Мне играть, кажется, они пободаются с Arrow. Да, будет интересно. Но First Departure проиграли у Zephyr в первом туре. Эту игру мы с вами посмотрим на первом стриме. На втором стриме Минески и Orange. Матч двух довольно известных тегов и опять-таки двух довольно интересных команд. Стрим под номером 3. RRQ будут там играть против MVP Phoenix сразу после окончания матча MVP Phoenix Midtrust. Ну и на четвертом стриме, на стриме у Адеквата, Arrow, которых мы видели с вами недавно, сыграет против команды Exertion, XTTN. Вот такие матчи мы будем смотреть во втором туре. Опять-таки, ну, наверное... Давайте, если он есть у нас, конечно, у нас есть представление команд. Вот они, ребятки. Некоторые вам известны, некоторые вам неизвестны, но все же начинаем с команды Skies, с X-Freedom, которого вы очень хорошо знаете. X-Freedom, который играл и стендином за LGD Int, в частности, когда они там после третьего International приехали, который играл на International. Полозон, Меракль, легендарный Меракль. Товарищ, который разваливает так, что мама не горюй. Чибикс и Хана. Ну и состав First Departure. Луби, Скриптед, Чейнс, КС и Дафа. Вот сравнение этих двух команд. По статистике за 2014 год. Skies 59% винрейт. 22-15-15-14 First Departure. Но мы видим, что First Departure умирает больше, чем убивает. В среднем у них больше ассистов, больше ласт-хитов. Ну и больше ГПМ, больше XPM. Это нам говорит исключительно о том, что Skies'ы просто-напросто любят свои игры заканчивать раньше. Ну и вот она игра. Вот она игра. Брюмастер против Trend Protect. Брюмастер и Trend Protector с одной стороны, и Invoker и Doom с другой. Смотри, в бане Висп, конечно же, по понятным причинам. Да, ну в бане и Нага, в бане и Дазл, в бане и Кентавр, ну вот, Нага улетает, Клакверк, первый бан от Skies, очень интересно. Ты заметил хоть одну потму на азиатских отборочных? Если буквально два первых дня назад... В четырех матчах их не было. Буквально два дня назад мы не видели матча без потмы. Ну, то есть, да. Реально, если бы можно было запустить 4 стрима и найти матч без потмы, значит, вы зашли не на тот турнир. Да. Поэтому тут вот пики очень сильно меняются. Но тут есть дерево. Дерево у нас тоже. Да, тут есть дерево, его будет много. И опять-таки, в первом матче, в первом туре, на всех четырех стримах, там правильно говорили, было 4 брюмастера. И брюмастеры продолжаются. Пятый брюмастер у нас вот здесь. Ну и посмотрим, как там будет дальше идти. Потому что я вот смотрю, в параллельном матче брюмастер тоже есть. Там, где Midtrust против MVP. Ну, во всех матчах есть брюмастер. Ну вот нам показывают. Брюмастер by Skies. Одна игра. 6-0-8. Вот такой вот брюмастер был. Так это, походу, вот предыдущий, да, или нет? Да, или вообще? Походу, это предыдущий матч. Он же у нас учитывается. Конечно же, он у нас учитывается. Но если можно, покажите нам конкретно по турниру стату. Можно ли... Вот, чтобы мы знали, с этого ли турнира этот брюмастер, либо не с этого. Да. Да, с этого турнира у нас этот брюмастер, International 4 SEA Qualifier Stats, и вот, ну, посмотрим. Лайфстиллер, который давно не появлялся, кстати. Ну, не так часто, как раньше, если раньше это был один из first пиков, что очень сильный керри.
Сейчас мы увидели сразу и гирокоптера, и лайфстилера. Ну, лайфстилер заедет хорошо. Брюмастер будет играть через быстрый даггер, понятно. Кажется, это стало неким стандартом. И Бомбенфест неплохой получается. Ну, с брюмастером это вообще забей. Там клэп. Даже Open Wounds не надо тратить вначале, потому что... Там не уйти, не бежать, да, есть клэп. Есть клэп, и лоу-спид уже есть. Потом, если что, можно накинуть. Ну и Визейдж появляется. Наконец-то в американских квали про него просто забыли. Хотя саппорт это нереально сильный. Ну, его фактически не меняли. И его же не меняли. Или его не меняли, по-моему, вообще. И он почему-то начал отпадать. Это довольно он странно. Он отпадает только на Америке. Мы с Каспером рассуждали, может быть, не хватает контроля, чтобы абсолютно с Аганимом контролить три визажа и но так далее. Берут что-то попроще. Но Брюмастера тоже редко берут, да, потому что не хватает контроля. Может быть. Но берут только топовые команды, да, как вот те же Нары и Корок, или там Ликвиды. То есть, ну, это, в принципе, да, возможно, есть вот такой вот фактор. То есть, тут и вполне может быть. Все-таки одним глазом продолжаю наблюдать за окончанием матча Митраст против MVP. Там такой трэш, там осталось полтора барака. И в этих полтора барака уже третий раз состоит варды. И все равно отбивается Митраст. Так что... Ну и Эмбер там делает кавабунгу уже. Ну, Эмбер, да, ему дали, когда я открывал, было одно Battle Fury, потом вышел... Сейчас у него уже два Battle Fury, Дезолятор и Deidalus. Так что у него там сейчас повеселее. Луна! Ой-ой, а это куда? Слушай, это что вообще? Это в сложную лайфстилер. Ага. Хвост ставил? Ну... Какое-то время хвост сказал, что... Это... А, я зашел, и сказали, ты идешь на харду. А, сказал, окей, да, да. Пусть Глебаня пофармит. И Глебаня пофармил, все нормально, так как бы. Ну, опять-таки, хороший герой все равно. Для сложной какая разница? Своё он там оттуда вынесет, так что это not a big deal. Ну, Shadow Demon. Не дали связку Луна с Shadow Demon. Хотя, я думаю, тут не было задумки выфармить Луне 12 тысяч слотов и после иллюзиями фармить. Поэтому не факт, что ШД бы появился. Не в бане Sand King, на да. Мое удивление. И вот он-то сейчас как раз-таки может появиться. Тренд Протектор, его, в принципе, на лайне хватит. Кстати, ну, Тренд Протектора и в лесу хватит, так что это такое. Last Pick. Ну, вообще, во-первых, стоит обратить внимание наших зрителей на то, что это сингапурское дерби, это топ-1 и топ-2 Сингапура, эти обе команды. Маленький-маленький Сингапур, но вы знаете, три коллектива, там, или два коллектива. Ну и как правильно отмечала Келли, девушка Лоды, менеджер команды Альянс, которая сама сингапурка, что на каждом из трех интернешнлов были сингапурские команды, и должна вот эта традиция сохраниться. На первом интернешнле были те же Skies, на втором интернешнле были Зенит, на третьем интернешнле были Зенит с SSIS и так далее. Сейчас Зенит не существует. Вот он, Sun King. Ну, так что пора для Skies отобраться и представлять честь этой чудесной страны. Действительно чудесно. Я побывал в этом году в Сингапуре. Я до сих пор под впечатлением. Просто фантастическая страна. Фантастические люди. Ну, страна-город и так далее. Я, к сожалению, был только в аэропорту. Я 40... Всю страну я проехал на такси абсолютно полностью. Причем, это говорят, в новостях считалось, что Сингапур признан самым дорогим городом мира. Я абсолютно всю страну, я жил на узбережье, считай, океана в отеле, а зоопарк был в другой части страны, я заехал на такси, я заплатил там $30, так что никакая это нифига не дорогая страна. Походу, московские расценки не берут в расчет, да, и походу, не считают московские... страной, наверное, то есть, просто. После Москвы как-то мне вообще вот эти там $30 за такси в Сингапуре, там через весь город как-то не считается. Ну, в любом случае, сам город, суть даже не в зоопарке, зоопарк, кстати, крутой, суть в том, что город и страна красивая, Формула-1 там этап, так что если у вас когда-то будет возможность, заезжайте в Сингапур. Зефир, Arrow Skies. Эти команды пока победили у нас по одному матчу. Митраст против MVP до сих пор играет свой матч первого тура. Orange против Минески свой матч второго тура начали только что. Ну и RRQ, XTCN и First Departure свои первые матчи проиграли. Мы с вами буквально через одну секунду начнем смотреть матчи второго тура. И я думаю, будет весело. Ну да, здесь ФД надо уже цепляться, потому что давать два матча подряд на самом старте, это не к добру. Потом тяжело вернуться. Хотя, если посмотреть на Shadow of the Past, они в первый день 4 отдали, не напрягаясь, а потом начали тащить.
Да, ну что ж, по линиям. У First Departure мы видим, сложно будет Дафа играть на инвокере, в миди КС будет играть, ой, Дафа будет играть на Думе, в миди КС будет играть на инвокере. Саппорты, собственно, чудесный никнейм, тем Fucking Land. Вот. На самом деле мы здесь с тобой немного не угадали, это будет агрессивные трипла с Луной и Котлом, а Найкс будет на изи стоять против Дума. Чувствовать он себя будет там великолепно, поэтому выформится сразу два героя. Я тебе скажу так, агрессивная трипла с Котлом и Луной против Сенкинга и Визажа плюс Кэрри Вайпера будет получать таких плотных щей, я вам скажу. Боже, я... Это зависит от Котла много. Если он пару задувок попадет удачно, то там забрать проблем не будет. Бимы у Луны фактически будут бесконечными, если Котел получит там свой третий уровень и вкачает заливку в двойку. А бимы у Луны бьют очень больно. Поэтому саппорты... Если, конечно, бить будут не по визажу с прокачанной пассивкой, остальные будут получать по щам больно. Ох. Что, Брюмастер в медле против инвокера? Да, там параллельность. Закончился все-таки матч между командами. Додавили MVP? Да, MVP додавили, но это была фантастическая игра, и я завидую Версути. Действительно класснейший ему матч попался на первый же тур, и вот будем надеяться, что у нас тоже будут такие же крутейшие игры. Там MVP Феникс, наши хорошие друзья, которые были здесь в Киеве, которые нас поразили тем, что как только они вылетели с турнира, они, вот когда Альянс вылетели с турнира, они пошли сразу в пивнушку. Когда MVP вылетели с турнира, они поднялись в лаунж-зону, сели лобать в доту и начали играть в доту, да. Так что эта команда знает, чего она хочет. Эта команда действительно хочет быть топовой. И не просто топовой в Корее, а... Это другой менталитет абсолютно. Да. Корейцы, они не такие, как европейцы. То есть они прекрасно понимают, что если ты проиграл, на это есть причины. Вот там первая задувка, и видно сразу, что визажу одну треть откусывает. Что для того, чтобы получить какие-то плоды, не рандомные, не случайные, надо очень много потеть. И это не те ребята, которые просто берут и сдаются. Другое воспитание... Ну и да, да, действительно, они знают, у них есть живые примеры легенд киберспорта, которые стали действительно известными во всем мире, успешными людьми, да, я имею в виду в Корее, корейских старкрафтеров и так далее, которые стали чуть ли там не идолами местной молодежи, да и успешными в финансовом плане, так что я думаю, есть к чему стремиться, и видят ребята, что такое International, и... Видят они, что призовой фонд уже 5 087 651 доллар США. Так что это весело. Что, кстати, второй матч подряд мы с вами будем наблюдать в миде лейн инвокер против Брюмастера. Интересно. Вот в прошлом матче у нас инвокер просто Брюмастера бедного избил до посинения. Кстати, это первый Брюмастер, здесь, который качается не через пивко, как я вижу в мидле. Да, кстати, через броулер, это интересно. Но мы видим против инвокера пивко, это довольно важная штука, но тут не решил пока паласом качать. Ну и снизу Хана играет у нас против Дафы. Хана и Дафа, клевая линия. На Найксе Меракль у нас катает на Луне. Меракль, наверное, главная звезда этих отборов. Наверное, по известности и вообще по страху внушаемому оппонентам. Этот самый Меракль, который... съездил как-то в Китай, вы помните, как там он чудесно творил. Он опасен, очень опасен. Ну и с помощью котла мы видим на линии довольно удобненько ему стоится. Пока, ну как удобненько, 4 крипа убил, так что это нифига не удобненько. Да, по крипам он пока отстает немного. Ну, вайпер мы видим 10 на 6. Вайперу проще, он под тауром. Тут котл очень четко задувает. Котл не задувает по крипам, котл задувает по героям, и опять-таки это хорошо. Тут у ребят огромное количество отхилы просто. У визажа есть еще и тангусы, и банка. У вот Санкинга, скорее всего, надо харасить, потому что у него одно деревце. И... Видишь, не подставляется Санкинг, не дает себя прохарасить и так далее. Так что тут не так просто. Ну а снизу Найкс, который топ-1 по крипстатам, видим, не дает Думу фармить. 12-2 у Думы, 18-6 у Найкса. У Найкса Orb of Venom, есть щиточек, есть также тапок, куча регена. Если на самом деле он не дает фармить Думу, Дум своих 13 крипов забрал. Дум здесь главное получает опыт с каждого крипа, и за счет Деваура сейчас 3-4 уровня он будет Найкса никак не отпускать по нетворсу. Возможно, даже держаться с ним на уровне или обгонять. Но все прекрасно понимают то, что
Doom против Найкса это такое, без огромного количества айтемов. Найксу тут что, надо физы и... Да. Кстати, я сейчас заметил за тем, как вот капитан команды FD, так понимаю, Лабби, который играет на Сенкинге, показывал, рисовал прямо на мини-карте, что вот, мол, пошел сюда Брюмастер, будь осторожен нанизу. Ну, Брюмастер просто чекал руну, и он ее прочекал, успешно забрал. Это руна регенерации, так что... Ну, имеется в виду, что контроль над за картой имеется, и пытаются как-то контролировать перемещение соперников и понимать, что же там происходит. Найкс уже с физами практически. Будет ли это Мидас? Нет, это не будет. Ну, физы Мидас, да, возможно. Так, заход в мидл. Чей смог. Ветра подняли, должен быть подкоп. Маны не нет, достало. Не достали. Первый неудачный ганг. Ну, слишком, может, палевно побежал КС, так напрямую сразу на полозона. И, в принципе, даже если бы копнули Брюмастера, я думаю, Брюмастер бы успел. У него не было маны, его хотели маны, цепануть, да. Потому что... Он реген отпил только что, да? Да-да-да, побоялись, что он сейчас, если проюзает реген, его не убить из-за того, что у него есть ультимейт. Его надо было убивать именно пока у него нет маны, и он ее не восстановил. Поэтому он пошел уже ва-банк, поднял, но... Ну, не получилось, суть в том, что время немножечко на топе заработал себе Меракль. Подкоп, дерево, будет ли рассказ от визажа, есть пока слоу, ну и, возможно, это ферстблад, да? Вот на ровном месте действительно дерево как-то подставилось, и очень далеко были тиммейты, подбежал Меракль под самый конец, но в итоге дерево само себя спасти. Пыталось, но не смогло, левела не хватило, все, первый ливень армор, есть фарсблат от First Departure, неожиданный фарсблат. Скажем честно. Потому что вот, и мы, конечно, не смотрели первую игру Skies, мы только видели, что длилось на 20 минут, и вот пообщался я с Ластом, который комментировал этот матч вместе с Каспером. И убеждали меня ребята, что там просто в салат гейминг, скажем так. Дум. Это ну, что а... было? Я думаю, что ничего. Это сейчас просто... он еще убьет этого Дума на развороте, сейчас будет ванды. Ну, очень долго до вандов еще. Точнее, да, пока Дум упадет уже. Ну да, кстати, только спал Дум. Но Дум тоже немножечко непонятный мув делает, как бы... Что он тут планировал сделать, неясно. Я думаю, что он планировал просто пофармить. То есть отогнать Найкса, хоть как-то у него отобрать крипов, потому что 36-16 уже имеется. Он в два раза практически обгоняет по крипстацию. И с этим надо что-то делать, потому что Найкс сейчас соберет какой-нибудь Сию или Башар быстрый. Или барабанщики, и будет жара. Кстати, заметь, какого крипа схавал Дум, он схавал Кобольда. У него спид. Да, у него спид аура, поэтому догонять его тяжеловато будет. Ну, не тяжеловато, а с землей включенной у него будет 420 мувспида, и догнать его будет невозможно. Абсолютно. А вот хдреска прилетает, ну, уже не стал добирать сапог, ничего, ни физы, ничего подобного, сразу пойдет в меку. Правильно. Вообще, да, задумка на ранние файты здесь, наверное, актуальна. Найк сейчас получит 6 уровень, точнее, он уже есть 7. Досталось дождаться даггера у Брюмастера, там всего лишь 800 остается, и это не так долго. Да, и действительно, здесь будет даггер минуте к 11, может, к 12, но он будет. И это факт, здесь инвокер выйдем. Фейзы, 37 на 12 крипстат. Проигрывает он у Брюмастера по крипстату. Но мы видим, что по крипстату есть Найкс, есть Брюмастер. Эти слушай, два парня впереди. Тут на топе можно, кстати, замутить страшную штуку. Быстро убрать крипов за счет задувки и клипсом разобрать героев. Что имеет место быть. Тем более, задувка уже второго уровня. Да, но крипов фулл хп это не поубиваешь, поэтому подождать, когда чуть-чуть останется, так пух и... Ну, тут проблема в том, что никуда не выходит этот вайпер, не хочет он далеко выходить, минимум по таврам будет ждать. Тут даже несмотря на то, что линия сейчас распушена, и луна по таврам своим, вайпер все равно никуда не пойдет. Я обратил внимание на то, что две хедрески уже в команде FD, и у вайпера, и у дума. Будет ли это у кого-то пайп, или же ребята просто ошиблись и... Просто здесь пайп я особого смысла не вижу собирать, кроме как против котла. Ну тогда зачем эта хедреска Думу? Ну, вайперу, я думаю, понятно, что это... Вайпер меку очень часто собирает, да. Ну и Дум меку часто собирает. Может, как-то не договорились? Ну, вполне это возможно. Ну и 9-я минута игры. Дум возвращается на линию. Мы видим, у него ДД. А, может, они, учитывая, что по мини-карте рисовал капитан, может, они, не знаю, без Вентрила играют. Квалификации на интернешнл. Это жестко очень. Прям, а чё там, боже? Just other random tournament. Да, в ингейм чате общаются, типа.
причем даже не голосом, а так. Знаешь, что это хорошо сыграно. Да-да-да-да-да-да-да. Колесом этим через Y. Да-да-да. Ой, Иванды, пошли, вгрызается. Ну нет, понятное дело, что не убьет, там есть и Дум, и Земля, он спокойно уйдет, если надо будет. Ну смотри, здесь ТП, и это Визаж, Визаж левел 4, в принципе, 10 минут маловато для Визажа. Ну а Миди Брибастер без маны. И у нас квасовексовский инвокер с приоритетом Векс. Ну мы понимаем, что действительно Торнадо, ЕМП, вот это самое главное, что он будет юзать. Ну и снизу сейчас какой-то экшен поджигают у нас. Никса, Найкса, так, тоже дерево. Есть Линкомор, есть Сид. Уже Найкс переживает это все спокойно, пол ХП у него. Ну вот вопрос будет, там успеет ли воды бросить. Нет, не успеет, не успеет. И опять у нас такое, зацепили друг друга и все. И вот в прошлой игре мы с тобой сидели и радовались, что ай, какой экшен, а тут 10 минут 1-0. Ну, не все коту масленица, знаешь? Да, согласен, не все коту масленица. Тут у нас начало, скажем так, не самый сверхвеселый, но вот он, Брюмастер с даггером, и вот тут внутри него уже сидит товарищ Найкс. И под тавром их уже ждут Луна. А Дума-то уже нет, и можно сейчас пробовать врываться спокойно. Главное, чтобы кто-то подставился. Ну, Дум сейчас на самом деле уже... Я думаю, тавр сейчас не проблема. То есть Брю спокойно залетит, у него есть что, ультимейт и 1000 хп. Вообще без айтемов на хп он имеет уже 1к здоровья. И пойдут да. Пушить. А вот Брюмастер спалился, то, что Найкса нет на линии, я думаю, абсолютно всем понятно, где сейчас Найкс находится. Ну хотя бы он мог бы пойти в леса, но это было бы глупо, да? Ну и Брюмастер, как только кого-то увидит, он сразу будет прыгать. Проюзали фортификейшн, если не будет сейф ТП, это ребят никак не остановит, тем более подходит уже следующая волна крипов. И с ней можно спокойненько дальше продолжать. Но а вот Дум сейчас, по-моему, борзеет немного, нет? А... Ну вот там есть еще одно ТП, очень хотят здесь подраться с Кайс, они вытягивают еще кого-то, и неужели уйдут? Кстати, думаю, что Дума сейчас просто сожрут через бим и клипс, там крипов-то не было, да. Врага, просто нажми эклипсы. Да, и Найкс полчаса сидит внутри, он сейчас не фармит. Он теряет огромное количество икспы и золота, которые мог бы выносить. Ну, интересный на самом деле момент был. Я думаю, что Дум как только появился за тавером, ему уже прописан билет в таверну. Но он еще подошел, там что-то крипов побил и спокойно ушел. Давит авторитетом. У него уже откатился ультимейт, кстати. Так, ну на Вайпера прыгнули, в другой части карты Вайпер делает ТП-аут и спокойно улетает. Вот так. А как теперь это... смотри, чем сбивать можно ТП? Бим и ульт дерева. Да. Бим, ульт дерева, да. Ну, блайнд. Блайнд. Котла, но это такой ситуативный, потому что ультимейт есть далеко не всегда. Ну, нет, тут еще есть ультимейт Брюмастера и камешек, тоже очень долго. Да, очень много тут возможностей сбить, скажем так, прям аж зашкаливает. Да, зашкаливает. И у всех кулдаун очень маленький. Дерево ульт, там, этот ульт. Ну, Патма идет. Ой, Патма, извиняюсь, Луна идет в БКБ. Все, тебе хочется Патму после Америки увидеть. Я не привык не видеть Патму после да, Америки. Да, это как это? Где вот наши Патмы с Маштромом? Чего, я так понимаю, ни на одном стриме ее нет? Да, я вот смотрю сейчас на четвертом параллельном стриме идет игра XCTN против Arrow. И там у XCTN Draw Ranger, которую сегодня взяли у нас, вы знаете, в пятом матче North American Rejects против Liquid. И в итоге игру эту перенесли, и как все шутят в интернете, что теперь... Ой-ой-ой, Invoker минус Keeper of the Light. Где? Санстрайком или чем? Ну, нет, Миди просто снэп, убил. Санстрайка не было. У него там первого левела Санстрайк. Так вот, что взяли North American Rejects этого чудо-героя, и им сейчас сегодня придется всю ночь ночевать в смысле, что им завтра надо будет играть в решающий матч за выход International с Draw Ranger. Да. Ну, Патмы нету тоже в параллельном матче. Это я игру про игру Arrow и... Так, запрыгнул. Дум, на кого повесили, но Луну Eclipse проюзать не сможет. Но вот здесь можно бомбить. Кого бомбить? Пошел ЕМП. Инвокер. Летает. Отлично. ЕМП такой защитный, чтобы никто больше не подбежал. Брюмастер сейчас закончится. У него ультимейт. Он будет очень далеко. У него уже заканчивается ультимейт. Он сейчас успеет клапнуть. Должен Нет, успеть клапнуть. Не успеет. Не успеет. Он в другую сторону уже ушел, и он погибает. Подожди, здесь Луна. Хотя Луна рядом, не, ну а нет. Брюмастер погибает точно, Луна, если подставится, тоже погибнет. Луна, ультимейт, отлично, ну и что дальше, есть ТП, есть второе, дерево нет ульта, дерево 5 левел, получает ультимейт Вайпера, дерево заныкаться не может, дает семечку в Дума, ну и здесь проблема огромная у дерева, Сэнкинг тоже кастует ультимейт, минус дерево, ну и... Скорее всего, Луна тоже не уйдет здесь, аура мув спида на всех, и куда ее тут отпустят?
И это 3 в 1. И это 5 в 1 в пользу команды First Departure в этом матче. Отличное начало от них. Слушай, куда там ломанулся Брюмастер, я не понимаю. I don't know. То есть... него не было станов, у него было из контроля только подкинуть, но дэмэджа, чтобы убить Дума после приземления, как бы... Откуда оно должно было нарисоваться? Цепляют Найкс еще. Фамильяры. Пришлось поражать рейдж. Ну, суть в том, что Брюмастер уже когда вот здесь инвокер бросил свое ЕМП защитное, чтобы там через него никто не прошел к Брюмастеру, уже было понятно, что не надо дальше идти Брю, потому что дальше было бы все тяжелее и тяжелее за Тауэр, за Т2 далеко идти. Но он, видимо, не послушал никого, решил пойти до конца и в итоге оказался немножечко и опять с Найкс внутри. Да, опять с Найкс внутри. Я не уверен, что это правильная игра сейчас происходит. Ну, Найкс... Да, у Найкс уже есть армлет. Ну и что дальше? Реализовывать же надо. Ну, фишка в том, что если Найкс не фармит, это печально. Потому что Найксу нужны айтемы. Не стоит звать о том, что там инвокер, там вайпер. Вайпер сейчас соберет. У него уже есть мека, потом появится Аганим. И... Ну, Найкс топ-1 сейчас у Скайс, и он сидит внутри Брюмастера. Все, он не фармит. Но мы видим здесь, нашли у нас Сенкинга. Сенкинг копает, просветка. Отличная игра Сенкинга. Да, здесь сейчас еще и встретить могут. Фамильяры будут ли... Ну, нет. Я думаю, что посадят на Брюмастера, тем более ультимейт, у него не было еще 10 секунд, можно было, ну, попробовать видишь, ушатать. Без вайпера решили не будут драться, потому что действительно нужен вайпер. Вайпер нужен в первую очередь для контроля Найкса, который будет из драки убегать или в драку уже вбегать, наоборот, на рейдже. И без него абсолютно никуда. Что там, Дум на ботами пытался забрать вышку, но достается на крипам. 1400 на руках, из хедрески собирать ничего не стал, но я думаю, что будет пайп. Ну, может, просто ради ауры себе адреску купил. Будут бегать, регениться 5 хп в секунду, нормально что. Такое, да. Можно было тогда вангвард какой-то собрать. Пополезней будет. Тем более против Найксов и Луны. Плейтмейл появляется. Вот так вот. Решил проармориться. Так, ну и инвокер. Такая позиция. Слушай, ну если котел сейчас выйдет... Но он, он увидит, что там Ghostwalk, потому что там же Ghostwalk все-таки. Хотя Ghostwalk дает плюс 20%, да, и enemy slow 30%. Так что а если... фишка в том, что... Так, котел, опять на X внутри. Инвокер, классная позиция. Тут Ghostwalk не достанет до сюда. Отличный подкоп, но тут будет жуть сейчас просто. Ну хотя пока жути нет, там залетел хороший блайнд, Сенкинга убило. И подняли ветра у нас Дума, инвокер отсюда убегает. Дум получает станчик, тут начинает бить... Брюмастеров по очереди. Инвокер бегает в инвизе. Сословил он немножечко Найкса. Найкс надо убивать на развороте. Это стопроцентный мисклик в дерево. Там Рута никто не боялся. Он должен был затыкать Найкса. Найкса, правда, забрали и так. Ну и теперь на развороте. Брюмастер пытается улететь. Отличный ветра. Сбивает ему ТП. Котла подняли еще. В итоге дерево убегает переживает. Брю. Убегает отсюда дерево. Нет, дерево отсюда никуда не убежит от этого инвокера. Инвокер сейчас будет догонять. Колдснэп через 6 секунд. Продолжает расстреливать. Вот он, Ливинг Армор. Нет, Ливинг Армор. Пытался Сид повесить он и но. Как-то выжить, но не пошло. Но в итоге минус 3. В итоге минус 3. И опять-таки-то First Depart. И опять-таки мы видим феноменального инвокера. Вторую игру подряд. Кен Пау спрашивает КС. Или это не мисклик был все же в дерево? По мне так он целился в Найкса, который шел прям-прям в упор, потому что у Найкса, конечно, инферста не было, но был Open Wounds и Rage. То есть он мог еще посражаться. Либо это была прямая контра Рута. Ну, может быть, но а как бы им там помешал Рут? Стой и дерись. Да, вот я тоже думаю, что Рут там вряд ли как-то мешал. Он также бы проюзал ветра, поднял всех на это время Рута и продолжил драться. Поэтому я думаю, скорее всего, эта попытка была законтрить. Да, нам опять показывают. Нас. Нас. Нам опять показывают. Хватит нас. Цепляться. Мне там в чате писали, что у меня модный чехольчик. Да, у меня модный чехольчик. Я вот здесь смотрю, чтобы вы понимали... Трансляцию нашего четвертого канала, и вы делаете точно так же. Там Arrow Gaming сейчас играют. Играют они против команды как раз-таки XTTN. Так что смотрите, адекватную игру комментируют, и надо быть в курсе всего. К сожалению, у меня нет возможности смотреть мульти-твич, как... Спанули блайндом, не успел сбить, поэтому эпицентр расставался. Ветра мимо, но, скорее всего, не отпустят. Живет, нет, Ливинг Армор посадит. Да. Птички садятся, и просто по одному. Еще один подкоп, и уходит с даггера. Красавчик. Слушай, ФД-то тут, мне кажется, Лост прям зря пророчил прямой инвайт-то. Да, и действительно, First Departure-то отыгрывает пока отличную игру, и
Главное не останавливаться. Главное здесь напрягать дальше, потому что на данный момент 23 400 и 29 800, разница уже в 6500 золота и 6500 экспы. Преимущество огромное. Да. Плюс Аегис. По-моему, все-таки в общем, если подытожить все, то очень сильно перемудрили ребята из Sky в плане пика. Да, я тоже думаю, то, что вот эта трипла, которая вряд ли могла убивать, ну, она могла там неплохо держать лайн, она его держала и отгоняла, не давала саппортам подходить, но по итогу Найкс хорошо выформил, тут никто не спорит, но потом он начал очень много времени тратить внутри Брюмастера. Если бы он все это время фармил леса с этим Мордиганом и Физами, он бы уже сейчас вывез какой-то башер плюс, возможно, барабанщики какие-то. Но он реально просидел минуты 3 или 4 внутри Брюмастера. Опять же, зацепить никого не получилось, киллов не было, и получается, что отдал все преимущество, которое ему было дано на изи лейне. Он сейчас уже по нетворсу четвертый. Он проигрывает и Вайперу, и Думу, и Инвокеру с мида. Так, цепляют. Ну, вот здесь, конечно, минус. Визейдж будет. Моментально, кстати, есть телепорт. Брюмастер с ультом. Сенкин капнул его. Брюмастер ультанет. Вот он ультимейт. Сенкин песок тут же. Брюмастер не знает, кого цеплять. Дерево, отличный рут. По троим. Пошел клип. Скрипов нет. Сбривают здесь мгновенно просто Дума и летает Вайпер. Вайпер сейчас... Вайпера тоже надо бить. Хотя Вайпер получил стан. Сейчас у Бримастера закончится ульта. Сенкинг уже готов его копать. Сенкинг, вот от какой по таймингу подкоп-то от Сенкинга здесь. Ну и Брюмастер. ТП. Неужели сделает? Инвокер колдснэп, хоть что-то. Был колдснэп. Был колдснэп. Он его не тратил на дерево, то есть не было кулдауна, колдснэп был. Я не знаю, в чем проблема была его. Возможно, волнуется. Не стоит забывать то, что это квалификации к International, то, что не часто приходится играть такие турниры, а, грубо говоря, раз в год, и то, если тебя пригласят. Поэтому доля волнения определенно есть. Насколько бы ты не был профессионалом, абсолютно всегда, играя важный турнир против команды тоже хорошего уровня, ты всегда волнуешься. Как ни крути, какой бы опыт у тебя не был за плечами. Но сейчас будет ПВП, у нас снизу без ульты, инвокер должен ее просто через Cold Snap здесь изничтожить. Да, вот, там еще и Арчит же есть. Правда, дерево помогает. Курицу убил по дороге. И теперь Луну, Торнадо, КС. Отличная игра от него. Это жестко. Очень жестко. Так, если бы там не было Living Armor. Браво. Да, просто между делом, так, кстати, знаешь. Не было бы Living Armor, он бы курицу не убил. Что он бил Луну намного раньше, чем бы курица до него долетела бы. Это сейчас продумано было. Да. И 2400 у КС. Есть задумка у хиксов, так сказать, в том, что... Есть котел. Зайти на хайграунд очень трудно под котлом. Хотя герой очень толстый, и когда Дум доберет пайп, а Дум его когда-нибудь доберет, теперь Дума. Ну и будет ли хелпа Думу? Так, поджог Найкса. Ультимейт Найкса. Найкс приплыл, Сенкин капнул, отлично. Там блайнд. Хорошо, хорошо, дерево ультануло, но дерево-то надо драться там дальше. Брюмастер, хороший клэп, мы видим Дума убили пошла также. Меком. Ну и эпицентр. Да. Ну сзади его эпицентром, тут есть ультимейт. Да, 3 в 1 опять. Опять 3 в 1. Опять в этого Дума. Луна прибежала. Луна пытается цепануть лаби. Да, Клипсы нет. Скорее здесь всего, инвокер. Сенкинг. Сенкинг 3 секунды. 2. 1. Копнуть должен. Копнул, но умирает все-таки. Уже в подкопе умер. Луна тоже умерла. И вот сейчас будет вся команда контролить Брюмастера. Вот он Брю. Вот он Найкс. Пришел. Вайпер. Нету Вайпер страйка. ЕМП. ЕМП Брюмастера сейчас убьет просто. Вайпер. Отличный, как живет. Боже, какой невероятный этот инвокер. И Вайпер на развороте. Cold Snap. Какой же он охренительный, этот инвокер. Инвокер сейчас просто сделал сейв года, я бы сказал, потому что Вайпер там 100% должен был погибать, ему остается одна тычка, а теперь Вайпер просто на 22-й минуте одним кликом тарит Аганим. И у него тыща еще на руках. Вот теперь Найксу жизни вообще нет. Пофигу где. В Рейдже или нет, 12 секунд кулдауна, да. Он будет контролить и Найкса, и Луну, всех. Там нету мувспида, у него почти 16-й уровень. И как его теперь убивать? Инвокер на дерево в миде. Cold Snap. Поехали, Сайленс, и еще две тычки, Торнадо, без ЕМП, с руки, ГГББ, до свидания, кажется, увидимся завтра. Класс, да. Просто увидимся завтра. 5000 денег, купи, бешеный. Пожалуйста, Аганим, братан, я тебя прошу, он действительно бешеный. Вот это красавчик. Я думаю, ему есть смысл собраться в дэмэдж, потому что... Ну, Аганим сейчас нужен, он много кликает, давай, братан, ты сможешь, я верю в тебя. Какой-нибудь дизолятор не помешал бы, на самом деле, у него такие тычки с руки. Как они агрессивно играют. Нон-стоп. И уже атака, не это ожидает. Это минус 2. Брюмастер, просто втыкают Луну и все. Смотри.
без всяких шансов. Тут ничего не дают сделать. А теперь объясните мне, как эта команда проиграла у Зефира, где была Банша, с Радиансом? Как? Может, Зефиры сейчас настолько сильны? Может быть. Вот понимаете, вот сейчас просто вот не хватает вот, это вот, вот этой вот картинки из «Властелина колец», где стоит Барамир и говорит, ну невозможно просто так взять и проиграть у Зефиров со счетом 4-15. Может, не проснулись, может, не одуплились. Ну, хотя как не проснулись, это у нас в Киеве сейчас 9 утра, плюс 6 все-таки время, плюс 5, извините, время по сравнению Киева с Сингапур таймом. У Инвокера, я надеюсь, Хекс, потому что с Хексом он вообще никого не отпустит. Да. Я надеюсь, он не пойдет в линку, но это, по-моему, не тот Инвокер, который будет собирать линку. Да, это Хекс, это Хекс, но летит ультимейт орб в секрет шоп, так что это 100% Хекс. Ну, теперь он сможет разбивать лица не двоим, а троим, наверное, одновременно, но вот он, Хекс. Ну и Хекс против Хекса. Скайс сейчас понимает. Я не знаю, что у них делать. 28, у них сейчас все Т2 попадают. Это 15 тысяч преимущества сейчас будет. Тут, по-моему... А у Найкса ничего не появилось. Я не знаю, что он собирает. Он начал собирать, я так понимаю, Сэндж. Луна, Блайнд. Тут врывается Найкс. Получает тут же ультимейт от Вайпера. Найкс пока доходит до драки. Получает Шиву. Минус Брюмастер. Найкс пытается бежать. Проблемы, кстати, у КС. Он может погибнуть. Он прячется в инвиз. КС... КС погибает все-таки. Вот здесь монстр. Тысяча стрика, но в любом случае это 1 в 4. Нет, 2 в 4. Байбек уже сделал Санкин. Дерево ультануло во всех. Ну и тут дерево тоже погибает. Трипл килл делает у нас Fucking Metal. И кто-то Брюмастер убил. Дума. Брюмастера надо расстреливать. Я не понимаю, почему Вайпер боится. У него есть ультимейт. Они понимают, что его все равно здесь не убивают. Поэтому смысла с ним бодаться нет. Ну вот сейчас уже более-менее. Двоих убили. Ну там байбек был. Ну 2 в 5. 2 в 5. Там два байбека, по-моему, или три, да? Сейчас посмотрим. Сделал байбек у нас Брюмастер, сделал байбек Санкинг и дерево. Ну, да, ну, 2 в 5. Два, да. Но 3 в 5 получается. А, нет, 2 в 5, Санкинг же выжил. Санкинг байбек. А, ну да, байбек, 3 в 5, 3 в 5, веселая драчка. Я не знаю, на самом деле, 3-400 уже у Визажа, и сейчас будет, наверное, Аганим, 3 фамильяра. Возможно, конечно, что-то другое соберет, но Шиву здесь уже собирать смысла нет. И столько Кирасу. Кирасу ему бы не помешало, в принципе. Огромное количество армора было бы, защищено от Найкса и Луны. Сейчас посмотрим. Аганим неплохо бы, но... Ну, неизвестно, умеет ли. Да. Пока вполне возможно, что он не доконтроливает. Вот инвокеру этому Аганим бы. Ну и он, наверное, начал его собирать. Хотя и... это может быть форстав также. Это форстав, скорее сюда. Он сейчас понял, что его могут все-таки зафокусить, если захотят. И да, ну он в центр кипиша всего встрял там в прошлой драке. Просто зашел в толпу. И когда все убегают обычно в сторону своей базы, он начал убегать в сторону чужой базы. Это развод, понимаешь? Бешеный инвокер. Все думают, сейчас мы за ним погонимся, а я не буду убегать, я пушу. А я в атаку. 12800 у него Networks, 12800 также у Вайпера. У Вайпера появляется, мы видим, после Аганима уже Яша, и скоро будет Манта. Вокер тут с ДД, с максимальным левелом Гоствока. Он носится просто как бешеный. Да. Я не знаю, вот когда его переделали, раньше он ползал как слоупок, а теперь он носится как бешеный. Мне это жутко не нравится. Потому что его Баунти Хантер под треком не догоняет. Да. Это немножечко неправильно, я кажись. Соглашусь, пожалуй. Так, он сейчас пытается КС кого-то поймать. У него 10-2-9 стата у этого пацана. Походу обиделся за предыдущую смерть. Вполне возможно. Решил кому-то отомстить. Ну вот не дождался никого, улетает подфармить. Атаки у него просто тьма. Он, конечно, с дабл-дэмэджем сейчас, ну вот пропадает дабл-дэмэдж, но 200 все равно остается, и этого ему, в принципе, хватит. Так, спит у него хороший. Оттыкивать может больно. У Луны, наверное, меньше. Да, у Луны действительно меньше дэмэджа. Там, кстати, идет атака сейчас от Skies. Пытается не смог кого-то поймать, поворачивает в лес. И, как всегда, Брюмастер, как всегда, с внутри сидящим Найксом, у которого после армлета не появилось ничего. 27-я минута, соло, легкая Найкс. Армлета нет. Аганима у Брюмастера нет. Игра, конечно, для этих двух героев просто провальная же. Поменьше надо было друг с другом забавляться, там вот. Согласен, друг в друга залезать. Да, вот эти вот. Вот эти вот сингапурские игрушечки. Потому что действительно Найкс очень силен, когда у него есть перифармы. Вначале он был, Найкс выглядел очень уверенно, а потом привет.
Да, да. Я посижу. Это второй Рошан пошел. Ну под и медалькой. Без проблем его заберут. Да, конечно, его заберут очень быстро. Что, кстати, у Дума? У Дума все четко. Шива Кираса готовится. Еще и Волк сожранный. Ой, ну Волк сожранный, ты уже слишком жестко, по-моему. Не, ну он погибший. Погибший, потому что нету ауры на атаку, но криты есть. Поэтому надо пережрать Волка какого-то нового. Ну и мы слышим, что анонсер говорит, ой, по-моему, Рошан чем-то очень разозлил сторону Дайер. Поэтому они ему дали по голове, скажем Инвокер так. Инвокер метеорами фармит просто леса. Что там Инвокер купил себе? Ничего, по-моему, или что-то купил. Форстав. Форстав, да, форстав. Ну правильно, какой-то подсейф ему нужен. Уходить из-под фокуса, там все-таки Next Open Wounds, клэпы и так далее. Надо что-то иметь, чтобы от этого как-то куда-то прыгнуть. Ну и Чейнс, мы видим, снизу остается один, КС рядом с ним. А, на топе Луна Меракл дошел уже до Т2 Таура, но прячется пока в леса Меракл. Меракл 9500 нетворса. Проигрывает он трем героям Force Departure сразу. Найкс вообще опустился уже ниже визажа, это провал. Да, у Найкса действительно все очень не круто, и с такими темпами его и Синкин скоро догонит. Я обязательно, кстати, себе принес Аганим. Все-таки пацан заявляет то, что контроля ему хватит. Ну, поглядим, хватит ли действительно. Дерево приобретает смок, и неужели это какая-то попытка атаки от Скайс? И опять-таки Найкс внутри Брюмастера. Найкса здесь юзает как, вообще как ничто. Можно было бы стату посмотреть, сколько времени он провел на земле и... О! Решил вылез. Вылезти, походу, ему говорит, пацан, ладно. Ну хорош уже, типа, сидеть внутри. Иди башер нафармите, еще косарь надо, да, смотри, он едва-едва крипа убивает. У Брюмастера там уже заворота кишок за него. Сидит внутри вот это вот чудище. Зато не пешком. Костлявый, ну да, да, это факт. Ну что, успокоились First Departure, зря, по-моему, они успокоились. Преимущество вот остановилось в росте, то есть мы видим, график стал более пологий и... Сплитпуш, что ли? Тут сплитпушить, я не знаю, получится или нет. Хотя с тремя фамильярами, с Аганимом, я думаю, проблем с сплитпушем не должно быть. Но, я думаю, дождутся Кирасы у Дума. То есть есть Шива, есть уже еще один плейтмейл. Сейчас с Кираской, как мы с тобой недавно узнали, попроще заходить на ТВРА. Это да, это факт. Это ж ты что, это ж... Кто этого не знает-то? Да. Все это знают. Теперь, по крайней мере. Теперь, по крайней мере, да. Ну, я-то точно теперь знаю. А, ехала, говорит КС. И его команда приближается к хайграунду. Чейнс тоже тянется сюда по миду. Мы видим, занял тут позицию КС. Спалился он сейчас в миде. Если смотрели на крипов внимательно, то увидели, что на них начала действовать аура Гоствока. Ну и что? Да, да, готовы. Готовы First Departure зайти на хайграунд и попытаться закончить эту игру. Пока есть Аганим. Ой, Аегис, извиняюсь. Аегис есть у инвокера. Можно пробовать его разменять на что-то. Ну, вот котел, конечно, Котоль. Говорил, да. Вот, зашли, полетели три птицы. Бьют очень больно. Котл дает Blinding Light. Тут же пивко в инвокера. Ну и мы видим, Тауэр пока не особо активно падает. Там птиц очень сильные весы. Да. Мало того, что некоторые стреляют с лоу-граунда, так еще и пивко это. Ну вот, как я говорил, котел. Котел старается не подпускать к хай-граунду. Еще бы Котелу осталось 800 до Аганима. И вот тут уже будет трудновато. Нужны будут БКБ и прочие гадость, чтобы как-то блайнды и выйдеть. Герой, в принципе, инвокер. Хотя инвокер с костами неплохо разделается. Ему не обязательно вообще с руки бить. Метеором поглавят метеором. ЕМП и торнадо попадет, уже полдраки выиграны. Ну что же. Пора бы заходить. Опять-таки задувает. Не забываем, что там дерево выхиливает. Ну, такой Меракл. Подбежал. Будет ли цеплять дафу? Нет, не стал. Да, вот она еще одна проблема захода на хайграунд. Это дерево, которое линкармором нон-стоп выхиливает вышку. Ну, надо как-то запрыгнуть, постараться. А не нечем прыгать, у Дума нет даггера. Ну вот да, и как-то зайти, вот даже не зная как. Разве что птицы как-то поставят, или Сын Кинг войдет очень четко. Ну, это вариант, то, что здесь, мы видим, будет стоять Скайс на хайграунде долго. С такими темпами. Да, нужны некра какие-нибудь, я не знаю, третьего уровня. Они переживают задувку.
Ну или вот, я не знаю. Ну, я не знаю, почему сейчас на самом деле не фармит Луна или Найкс, которые могут, в принципе, это позволить. Найкс-то ладно, он внутри опять сидит. Но Луна может фармить, все-таки есть притянуть у котла. И пользоваться этим временем нужно. Хотя бы Лиса. Не палиться на лайнах, чтобы не знали, что тебя нет на хайграунде, но Лиса фармить можно. Ну, а вышка сейчас упадет. Так, Брюмастер прыгнул, вылазит Найкс. Брюмастер тут же ультует. Дум Шиву дал. У Дума огромные проблемы. Ни в кого. Не, ультанул. Он ультанул в Луну. Пошла Мека. Пережил. Рассказ. Да. Минус Луна. Ну, Луна тут же погибла. Рот. Дерево тоже сейчас умрет. Да, там Хекс от Инвокера. Торнадо. Копнул кого-то. Санкинг Найкса копнул. Найкс тоже погибнет сейчас. Дум каким-то образом живет всю эту драку. Не понимаю, каким. Ну, суть в том, что он пережил. Минус Брюмастер. Котл задувает. Ну, мы видим без потерь. Потеряли Аегис. Потеряли Аегис, да. Это все. Дума не получил из-за фокуса. Хотя, после того, как он кинул Дум, фокус его смысла-то особо и не было. Да, да? Он там меху может проращивать, но это по окончанию Дума. А столько дэмэджа в него вливать, мне кажется... Хотя, кого там бить? Бить Инвокера с Форстафом и Аганимом. Ой, Аегисом, извиняюсь. Бить Дума. Ну, это беда, согласен. Я сейчас, если честно, немножечко... удивлен и шокирован результатом. Я не думал, что вот, по сути, мы говорили, что это матч первой и второй команды Сингапура. И я даже приблизительно себе не представлял, что эта игра закончится настолько легкой победой команды First Departure. Я отправляю сразу наш результат этого матча нашим ребяткам, которые занимаются оформлением статистики. Ну и понятное дело, что мы посмотрим также, что у нас параллельно. А параллельно у нас идут игры, и причем RRQ против MVP Phoenix только-только недавно начали. Судя по всему, а почему так долго? Проблема... Ну там же MVP Phoenix долго играли. Там же MVP Phoenix против MidTrust очень долго мы играли. Мы когда с тобой комментили, они вроде как раз заканчивали. Ну там еще дилей же был и так далее. Посмотрим, как себя Arrow чувствуют. У нас в игре у них проблем не было, они легко расправились со своим оппонентом. Сейчас посмотрим, как себя чувствуют во второй. Там уже 30 минут. Да, там уже 30 минут на второй карте идет. В любом случае, сейчас на стриме втором идет игра Минески против Orange. Довольно интересная игра. Мы пока с вами смотрим статистику матча прошедшего. КС на инвокере мы видим 15800 дэмэджа внес. Скриптед на визаже 9400. Хана на Найксе 900 дэмэджа внес. Но это что, 900 дэмэджа все своими инфестами или что? Судя по всему, да. Жалко, нет статистики по одному с пылу. Удивительно. Наверное, как раз бы и было. У него 1007 с него. Да, ну и 12 фрагов инвокер. Отличная игра от него. Мы уже отмечали, что просто шикарные у нас два инвокера сегодня получились. Те, которые первые. 17 ассистов визаж. 15 ассистов дум. Вот такие вот ребятки. И вот так вот у них неплохо очень даже получается. Ну что, я сейчас думаю, что мы с вами, наверное, уйдем на перерыв небольшой. Скорее всего, у нас следующий матч должен начаться в 8.40. То есть это 15 минут буквально до начала следующей игры. Я вам скажу, кто у нас будет играть. У нас будет играть Зефир Минески. Но Минески все еще играют свой матч против Orange. Вот оно, расписание третьего тура. Зефир Минески, Arrow против MVP Phoenix, XCTN против First Departure, Mitras против Orange. Опять-таки, Зефир. Я хочу все-таки посмотреть, что же это за чудо-команда, которая так сильно переиграла First Departure. И вот эти же First Departure сейчас точно так же сильно изничтожают просто команду Sky с фаворитов, как по мне, этих отборов. А Зефир против Минески. Ну вот 8.40 C от начала, то есть по сути через 10 минут. Я думаю, вряд ли так будет, потому что Минески все еще играет свой матч против Orange. Немножечко дилей у нас на корейской квалификации. Так что мы с вами сейчас уходим на короткую паузу. Ты очень... фанат 100 пудов экзекьюшн, знаешь почему? Потому что Тракса с Момом. Че, серьезно? Тракса, Мом, БКБ и сейчас Мантастайл будет. Это жаран. На самом деле здесь Arrow сильно выигрывает по фрагам, но при этом графики полностью на нуле. То есть по золоту 0, по XP 3000 всего лишь преимущество. Тракса почти 16 уровня. У меня здесь, кстати, огромные шансы на победу, а потому что мало того, что Madness, тут еще не стоит звать про вот этого типа с аурой в команде, и у него лайфстил там зашкаливает за 50%.
ты прикидываешь, Траксус лайфстил 50%. У нее там и тычки и так бешеные. Да. 260 атаки. То есть она 130 хп себе восстанавливает с тычки. С бешеной скоростью да, атаки. Да, фантастический. Там матч, конечно, это наш четвертый стрим, мы вам напомним. Это twitch.tv/starladder4. Эту игру комментирует Адекват прямо сейчас. На втором стриме Минески Оранж, на третьем стриме РРК против MVP Феникс. Мы с вами уходим на паузу. Пауза будет недолгая, опять-таки 10-15 минут. Я надеюсь, там быстренько все у нас прояснится. И следующий матч начнется, как только будет это возможно, собственно, для команд. Потому что вот, лобби уже создано, мы уже в лобби, и нам остается только ждать команды. Никуда не уходите, всем доброе утро, кто только присоединился, всем спасибо, кто с нами уже в эфире с вчерашних 6 вечера, то есть уже 15 часов идет наш эфир, и он еще будет идти часов 6-7 точно. Никуда не разбегайтесь, 15 минут пауза, и мы вернемся на матч Зефир против Минески. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.